Вопрос 12256, четвертый том. Говорят о великой силе креста. Я в этом и сама убедилась, но потом мне сказали, что изображение креста никак не должно попираться ногами, быть на земле. Но вот, ко мне приехал в гости игумен Амвросий, и в ванной он заметил, что куда стекает вода в раковину, там изображение в виде креста. Он ничего мне не сказал, а просто взял и отломил. Сейчас я не успеваю платить деньги, все время приходится вызывать сантехника. А они каждый раз берут все больше с меня за то, что я испортил раковину. Говорят, что вы знаете, где находится отец Амвросий. Может, написать ему, чтобы выслал мне денег? Отвечает Игнатий Лапкин. Отец Амвросий православный и должно быть ревнитель канонов. И может быть даже не по рассуждению. Римлянам 10.2. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Одно дело крест, а другое дело в виде креста. Есть пауки и змеи с изображением креста, так что же, нам их всех побить? Любой перекресток, потому что так и называется, что он в виде креста. Это переплетение нитей на нашей одежде, перекресток улицы, перекрестие прицела, колеса и многое другое, до оконных переплетов и оградок. Когда я был в Донском монастыре, то внутри храма, где находится мощи патриарха Тихона, увидел чугунные намогильные плиты с эпитафиями и православным восьмиконечными крестами. Вот именно это тот случай, о котором говорит канон. Но я когда пытался довести это до настоятеля через отца Кирилла Сахарова, меня вчистую они отбрили с такой силой, что я даже на подобные темы ни с кем и не разговаривал. И когда я сказал отцу Кириллу, что во время богослужения ко мне подошел вот такой-то низенького роста престарелый священник и так мне сурово выговорил запретом, что отец Кирилл едва мог поверить в это, ибо уже давно знает этого пастыря и отзывался о нем очень хорошо, что он кроткий и тихий. Значит, слова мои достигли цели, и не зря мы там собирались на колокольне для беседы.